SteelSeries Arctis Pro. Стильная проводная гарнитура для гейминга. В коробке находится сама гарнитура, USB-регулятор громкости ChatMix DL, кабели для подключения к ПК, ветрозащитная накладка на микрофон и пользовательская документация. Сначала посмотрим на гарнитуру. Дизайн в фирменном стиле бренда. Корпус выполнен из металла и пластика. Чашки пластиковые, а силовые элементы, в частности оголовья, металлическое. Обратите внимание, что эта металлическая пластина не контактирует с головой. Есть специальная эластичная лента, длину которой можно регулировать с помощью липучки, и именно она выступает в роли регулируемого оголовья. Амбушюры покрыты дышащей тканью, что обеспечивает вентиляцию и препятствует запотеванию ушей. Чашки гарнитуры регулируются в двух плоскостях для более удобной посадки. На левой чашке расположен выдвижной микрофон с гибкой ножкой. Здесь же колесико регулировки громкости и кнопка отключения микрофона. Помимо слота для подключения к ПК, рядом размещен 3,5-мм штекер для соединения со вторыми наушниками для совместного прослушивания музыки. С тыльной стороны чашек – сменные вставки, за которыми прячется настраиваемая RGB-подсветка. Под конец поговорим о звуке. Тут установлены 40-мм излучатели, которые воспроизводят диапазон частот от 10 Гц до 40 кГц, а уровень искажений – менее 1%. Гарнитура может похвастаться сбалансированным звучанием с мягкими низкими частотами, детализированными средними и звонкими высокими. Что в итоге? Это стильная гарнитура с детализированным звучанием и игровой направленностью.